нашей Киевской архиепископии. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья, сестры. Трансляция с утренней молитвы в нашей Киевской архиепископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Аллилуйя! Аллилуйя! Сегодня воскресенье, 24 у нас марта. Приветствую всех. Сегодня я проповедую в гостях у моих друзей в церкви, протестантской церкви, евангельской церкви, которая называется замечательным названием таким, назвалась. «Иисус Христос. Путь, истина и жизнь». Вот такое название. Вот, и пусть Господь благословит сегодня и эту трансляцию, и сегодняшнее служение. Слава Богу. Так что, да, братья и сестры, всем привет с Киева. Всех приветствую, благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Молюсь сегодня тоже утром этим, как и вчера вечером, о мастерской Духа Святаго. Я преподавал неделю прошлую, значит, прошедшую неделю там, в школе библейского христианского мировоззрения, и мне подарили книги, несколько книг. Вот одна из книг мне очень понравилась, называется «Хорошо, если искусство славит Бога». Аллилуйя. Это как бы собрание разных очень таких статей, вот, но об одном говорящих. Так, редактор Неда Бустарда. Нед Бустард. А, Нед Бустард, художник, один из авторов, собственно, его первая статья здесь, да, Нед Бустард. Бустард. Предисловие Сандра Боуден. Да, «Видение», «Добро». Здесь как раз о творчестве художников, даже здесь есть интересные здесь такие иллюстрации. Качество репродукции, конечно, слабенькое, но можно иметь представление, вот, действительно, об этих картинах. Слава Богу. Да, и я давно уже молюсь об этом, вот, и даже, но не знаю, где это будет мастерская, но я молюсь о мастерской Духа Святаго, где вот в живописи, в искусстве, да, как также, конечно же, и в поэзии, в музыке там, будет славиться имя Господне. Барух Ашем, да, благословенное имя Господа, Бога Всемогущего. Будет прославляться Творец через вот, искусство, в искусстве, в живописи. Слава Богу. Хорошо, если искусство славит Бога. Аллилуйя. Вот это то, о чем молюсь. Поддержите меня тоже в молитве, хорошо, друзья? Вот, и сегодня утром я, конечно, вот прямо сейчас вот, у меня до 7 время есть как раз для этой трансляции. Молюсь о предстоящем служении, потому что сразу после этой трансляции еду на уже служение. Вначале будет молитва, я так понимаю, потом служение само с 10 часов. Вот, поэтому до 10 еще время там есть, но пораньше буду там, вот, на Рыбальском острове. Это от Контрактовой площади, 53-й можно до конца доехать, там, до конечной. И как раз там будете уже к 10 часам. Если вы в Киеве, то, пожалуйста, приглашаю всех киевлян, всех гостей столицы. Приглашаю на служение. Если в Киеве, то можете вот посетить наше собрание. Хотя в Киеве здесь огромный выбор вообще служений, церквей. Здесь огромное количество, пожалуйста, везде славится имя Господа. Слава Богу. И проповедь сегодняшнюю я назвал вот этими моими любимыми словами: «воскресение и жизнь». Этими словами, которые являются моей ремой. Этими словами, которыми живу уже 16 лет. Этими словами, которые открыл Бог мне как рему свою в 2003 году, весной 2003 года. Вот. И вот с того момента, с того времени я живу этим словом, как реформатор, как обновленец. Если бы нет откровения, то
Я бы уже тогда, в 2003-м уже все, завершил свою карьеру реформатора, что-то попытавшись сделать, конечно, на тот момент. Служение было уже здесь, в Киеве у меня. Вот, церковь, все, но, в общем-то, был удар такой, как по служителю. Вот, и я чувствовал себя совершенно несостоявшимся и, в общем-то, ну, такой пастор-лузер. И вообще, я понимал, что это не мое. Ну, Бог призвал, но, конечно, слава Богу, конечно, я потрудился немного. Я же что-то сделал ведь. Вот, проповедовал, да, значит, проводил семинары всякие, все. Ну, как бы, ну и теперь пусть кто-то еще будет нести Слово Божье, вот, в православном. Вот, у меня было разочарование в моем служении, реформаторском таком православном служении. Вот, и там один, помощник мой тогда ушел, вот это послужил толчком таким, помощник мой ушел, которому я очень доверял. Вот, и он ушел в традиционное православие. Вот, да, епископ Андрей наш. Вот, и он уже покойный, уже умер, уже, ну, так получилось в жизни. Вот, но, знаете, тогда вот, получил откровение, вот, я об этом рассказывал много раз, в принципе, сегодня, не знаю, получится, наверное, тоже рассказать, я думаю, Бог даст, расскажу, свидетельство это, вот, как весной 2003 года, вот, было вот это ДТП, вот, и как мальчика, подростка, школьника я сбил на мотоцикле, который ехал, значит, и как Бог его воскресил там на дороге и очень быстро исцелил, вот, и исцелились там на протяжении 10-15 минут, пока везла его скорую помощь в Крылевец, в этот, в райцентр, не только переломы новые исчезли бесследно, но и след от старого перелома, который у него был когда-то, исчез бесследно, вот такая история. Вот, и в тот день уже вечером, мы уже поздно возвращались уже домой, сюда, в Киев, вот, и я слышал три раза, как голос говорил ко мне очень громко: «Ты это видел?» Я не мог ничего ответить ему, вот серьезно, даже не мог ничего ответить. Кстати, супруга моя, да, значит, оказывается, ничего не слышала. Вот, я потом переспрашивал уже в субботу, значит, может, хотя бы какой-то шум там, что-то еще, она ничего не слышала. Оказывается, это я один слышал только этот голос, громко говорящий ко мне. Получается, только ко мне, да. Три раза спрашивал одно и то же. Зато, кстати, супруга видела то, что я не видел. Видела, по сути, ну, ангела видел, да. Вот. Ой. Спасибо Богу за все. Вот, и... Знаете, друзья, конечно, ну вот, благодарю Бога за все. Да, и после того, как три раза меня голос спросил, видел ли я это, тот же самый голос сказал так же громко следующее: «Вот так будет и с церковью». И все. И откуда пришел, куда ушел голос, я больше ничего не слышал все эти 16 лет. Вот, но сразу после этого, как прозвучал голос, были вот эти тексты, эти слова из Писания. Это не было голосом, это не было... Это была моя мысль, но она постоянной была. Она одно и то же повторялась. В моей голове было это уже. Это было не голосом, это было моей мыслью, но это было так. «Я есмь воскресение». Десятки раз одно и то же там. «Я есмь воскресение». Потом еду дальше там. Мысль такая: «Я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь». И тоже десятки раз одно и то же вспоминалось мне вот так вот. А потом там поворот этот, Кипти, и прямая дорога Черниговская вот на Киев. Вот, и мысль продолжалась вот так вот на том повороте. Мне он запомнился на всю жизнь, этот поворот. «Я есмь», да, «воскресение и жизнь», а потом «и верующий в меня, даже если умрет, оживет». И до самого Киева, пока не въехали в город, вот эта мысль продолжалась одна и та же. Это вот из 11 главы Евангелия от Иоанна, 25 стих. Иисус сказал ей, вот, но вот дальше вот это то, что вспоминалось мне как раз всю дорогу.
как ехали с Крыльца и до, ну, не с Крыльца самого, но доехали с Крыльца, а вот началось это где-то там на пути, уже далеко от Крыльца мы отъехали, вот, и, ну, не доезжая еще кипцей этих самых, вот, и, значит, и после того, как голос проговорил, спрашивая меня, видел ли я это, а что я могу сказать, что я мог ответить ему тогда? Ты ничего не мог ответить ему. Мне бы самому кто ответил на мои вопросы. Вот, и вот такая история. И слова вот Иисуса, читаю еще раз. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенной. Вот этими словами живу. Знаете, друзья, уже получается 16 лет, да? Уже 16 лет. Это было в пятницу, перед Лазаревой субботой, перед Страстной. То есть это было как раз вот... Надо, кстати, посмотреть, какое это было число. Кстати, по библейскому календарю интересно даже. Надо будет посмотреть сегодня даже. Перед служением у меня время еще будет чуть-чуть. Вот, слава Богу. Вот, у меня здесь... Да, пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Вот... Именно этими словами благословляю вас. Именно эти слова сегодня провозглашаю. То, чем живу. Вот этой Божьей ремой. Я есмь воскресение и жизнь. И верующий в Меня, если умрет, даже если умрет. Так вот, а вот так мысль была у меня. Вот, не совсем по синодальному переводу, но вот она так вот шла, эта мысль. Постоянно, постоянно одна и та же мысль. И верующий в Меня, даже если умрет, оживет. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенной. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь наш. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно. И во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь, за доброе утро! Спасибо Тебе, Боже Всемогущий! Как сказано в Слове Твоем, и был вечер, и было утро, день первый. Благодарю Тебя за начало этой недели. Благодарю Тебя, Господь, за день воскресный. Первый день Твоего творения, воспоминания. Боже всемогущий, когда Дух Твой Святой носился над бездной, над водами, над водами, Господь, спасибо Тебе. Благодарю Тебя, Господь, что в каждом дне недели, Боже, мы воспоминаем из Писаний вот это чудо сотворения, чудо из бытия, чудо именно когда Ты творил все. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за все. Аллилуйя. И седьмой день, конечно, мы вспоминаем тот самый покой. Тот самый шаббат, самый первый шаббат в истории цивилизации, произошедший 5779 лет с половиной тому назад. Когда ты провел его с нашими пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра-прародителями, Адамом и Евой. Спасибо тебе, Господь. А сегодня первый день творения, и был вечер, и было утро.
первый день недели. Спасибо тебе, Господь. Шавуатов, как говорят в Израиле, да, как говорим евреи мы, Шавуатов, значит, буквально хорошей, ну, благословенной, хорошей недели. И сегодня небеса, да, провозглашают хорошей недели. Аллилуйя. Утром был такой рассвет потрясающий, но я не успел запечатлеть всю красоту, к сожалению. Пока наслаждался, потом думаю, надо же сделать трансляцию. Предутренней трансляции сделать трансляцию такую. Просто снять над парком Киото это красотищу. Ну, кое-что запечатлел. А теперь вот облака, все, и затянуло все. Вот, ну, может, еще днем распогодится. Вот, благодарю Бога Всемогущего за все. И, знаете, действительно, Творец в своем творении, через рассматривание творений, Он действительно являет нам свою мудрость. Мы прославляем Бога. Вот, и сегодня, наслаждавшись вот красотой рассвета, здесь потрясающе было, вот такая феерия, такая просто вот, значит, розового, красного, всего-всего на небосклоне. Вот просто такие, как бы, разводы такие на облаках. Вот. Ну вот, и через это прославляется Творец. Я просто благодарил Бога вот сегодня, хвалил Его и хвалю Его. Аллилуйя. Хорошо, когда, если искусство славит Бога. Хорошо, когда все славит Бога. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Хочу сегодня совершить тоже причастие. Вот перед, я не знаю, в церкви будет там у них причастие или нет, в собрании. Я даже не поинтересовался, в общем-то, именно этим вопросом. Хотя в протестантских церквях обычно раз в месяц совершается причастие. Из опыта я уже знаю, что вот у протестантов обычно первое воскресенье всегда, или первая суббота, ну, первые выходные, короче, месяца совершается причастие. Чаще всего, 90% церквей, которых я знаю, в которых бываю, держатся такой практики. Некоторые чаще, некоторые реже. Вот. Вот, но причастие как именно причащение Господа, причастие именно как причащение тела и крови Его, быть причастными, очень красиво в русском звучит, быть причастными божеского естества, божественного естества причастниками быть. Это прекрасно, это восхитительно. Вот, и в причастии, конечно, не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа является определяющим. Вот, и поэтому возьмите себе хлеба, налейте себе соку. У меня сегодня просто вода, просто воды налил себе, кипяченой воды. Да, у меня здесь в чайнике, вот, пожалуйста, налил воды себе, взял хлеба, у меня то, что осталось от халы, вот, значит, субботние, да, шабатние, такая булка, вот, и шабатний хлеб. И самое главное в причастии, в Евхаристии, это как раз вот наше рассуждение о теле и крови Господа нашего, Иисуса Христа. И рассуждаем благочестиво о том, что благодатью мы спасены, исцелены, благословлены. Я рассуждаю сегодня так, что кровью Иисуса Христа, моего Спасителя, моего Господа, я прощен, полностью прощен. Даже если я себя простить не могу, и грехи тяжкие, я принимаю божественное прощение, принимаю, что я прощен Богом через кровь Иисуса Христа. И тогда я имею силу и прощать себя, и окружающих, всех и вся. Жить в этом прощении божественном. Даже если я чувствую симптомы болезни, даже если тяжело мне физически, я принимаю божественное исцеление. Я исцелен через кровь Иисуса Христа. И я тогда этим исцелением живу, мыслю о нем, и я исцелен, и я исцеление несу окружающим. Вот это благословение через кровь Иисуса Христа в моей жизни, пришедшее в мою судьбу, я понимаю, что да, кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я благословлен жертвой Его святой, всеми благословениями небес. И тогда я благословлен и могу благословлять окружающих. Только то, что имею, то и даю. Если человек, он не благословлен, он не может благословлять. Вот, если человек, он, ну,
не исцелен, не может исцелять, да. Если он не спасен, он не может спасать. Вот, и, конечно, спасение, исцеление и благословение, все это действительно Божий, божественный дар. Спасибо Ему за все. Спасибо Господу за все. Спасибо, Боже великий. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя. Благодарю, благодарю. Боже, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе и хвала. Слава, 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 слава. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все, за все, за все благодарю. Спасибо Тебе, Господь, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Святой. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, драгоценный, спасибо за доброе утро, за обновление милости Твоей, Господь. Благодарю Тебя за все, Боже. Благословляю великое имя Твое. Благословляю моих братьев, сестер. А наипаче благословляю церковь, собрание сегодняшнее здесь, в Киеве. Собрание церкви с таким великим, удивительным названием. Иисус Христос, путь, истина и жизнь. Аллилуйя. Господь, и пусть вот это послание воскресения и жизни, оно придет, Господь, сегодня ко всем собравшимся, ко всем собирающимся на служение, ко всем, кто будет там в собрании. Благослови, Господь, потому что без Тебя ничего не можем сделать на самом деле, Боже.
и поливающий, и насаждающий ничто, Боже, а все Ты, Бог, взращивающий, дающий жизнь, дыхание и все. Благодарю Тебя, Господь. Пусть причастниками божеского естества будут христиане, Господь, сегодня, Боже, а особенно вот в этом собрании, во имя Иисуса. Благослови, кто подключился онлайн сейчас. Благослови, Господь, Боже, и причастие совершить. Возьмите хлебушка, возьмите воды, вот, и совершим причастие, Евхаристию, хлеба преломления. Вот. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, 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 Святой, спасибо. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли, пищу нашу, хлеб наш насущный, и давший нам хлеб с небес, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, праведника, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господи нашим. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Благословен Ты, Царь наш, Бог великий, возлюбивший мир и кровушку свою за нас проливший, отдавший жизнь свою. Лехаем за жизнь. За жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь, Боже, и размышляя о теле и крови Твоих, Господь Иисус Христос, принимаем причастие сегодня, принимаем Евхаристию, совершаем Евхаристию Божественную, хлебопреломление, возблагодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за все. Аллилуйя, слава Тебе, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Аминь, аминь, аминь. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь – это ты и я. Тело и кровь Иисуса Христа – это ты и я. Это Церковь Бога Живаго. Мы одной крови, ты и я. И Иисус Христос в нас, верующих, величайшее таинство совершается уже 2000 лет. Аллилуйя. Храм Божий, живой. Третий храм – это живой человек, живые души. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Аминь. Тело Христа, кровь Христа, Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь, дар Твой во Христе Иисусе. Свобода через кровь Христа. Аминь. Свобода через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Аминь. Жизнь вечная через кровь Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасенья через кровь Христа. Спасен я через кровь Христа. Исцелен я через кровь Христа. Благословлен я через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Аллилуйя! 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 Спасен я через кровь Христа. Исцелен я через кровь Христа. Благословлен я через кровь Христа. О, спасен я через кровь Христа.
Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение. Совершенное спасение, исцеление, благословение. Свобода через кровь Христа. Аминь. Спасибо, Господь Боже всемогущий. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя сегодня за этот день. И был вечер, и было утро, день первый. Спасибо. Спасибо, Господь, за эту неделю, наступившую. Спасибо за послание любви Твоей. Ты есть воскресение и жизнь наша. Боже, благодарю Тебя. Аминь. Братья и сестры, каждый день мы отчитываем, вспоминая творение Божье, перечитываем книгу Деяний. Ой, Деяния-то у нас просто по расписанию, значит, церковному. Книгу Бытие. Книгу Бытие. О деяниях Духа Святаго, да, о создании мира всего, первой главы эти. Вот, и действительно, когда мы читаем о сотворении мира, да, мы читаем день за днем, как Бог творил мир. Вот, и когда Бог давал заповедь о субботе, о шаббате, то Он говорил: «Помни». Самое интересное, ну, как говорят, как в воду глядел Бог. То есть, ну, Он таки, да, Он таки смотрит сразу. Он, как Творец, Он прекрасно видит вне времени и выше времени. Вот, что именно эта заповедь и забудут. Все остальные заповеди еще более-менее человек, он как-то способен помнить. А именно эту заповедь, самая большая проблема именно как раз помнить ее. Вот, и тренируемся, тренируемся, господа, помнить эту заповедь каждый день. Сегодня первый день творения. Готовимся к шаббату, настраиваем себя, свое сердце настраиваем, готовимся. Я так понимаю тоже из опыта своего духовного, что с бухты-барахты так вот очень редко, когда получается нырнуть глубоко в шаббат. Вот, поэтому нужно настраиваться, каждый день приготовляться. Первый день творения, рассуждаем вот, о Творце, о творении Его. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, дамы и господа, братья и сестры. Благословляю всех вас во имя Господне. Да, и те, кто в Киеве сегодня утром, и вы не знаете еще, куда вы пойдете, то вот мое предложение личного общения сегодня. Приезжайте на служение, на собрание церкви, протестантской евангельской церкви здесь в Киеве. «Путь истинной жизни» называется. Иисус Христос, путь истинной жизни. У моих друзей будут сегодня на Рыбальском острове. Кузня на Рыбальском, Дом культуры, Электриков 26-43, вот так вот. Это 53-м автобусом можно ехать до конечной, там возле конечной как раз этот ДК. Значит, с Контактовой площади, если едете вы. Вот. Ну, а если машины своим транспортом, то тогда уже там в навигаторе забиваете ДК Кузня на Рыбальском. Попадаете туда как раз. Хорошо, в 10 утра жду вас, если вы в Киеве. Вот, если нет, вы не в Киеве, то, ну, я камеру беру с собой, по крайней мере. Я стараюсь все записывать, вообще-то. И, даст Бог, сегодня запишу тоже как раз. Вот, и больше того, я думаю, получится сделать и трансляцию. Там я не знаю, я первый раз буду в этом ДК, поэтому я не знаю, как, что там, откуда получится сделать трансляцию. Ну, откуда-то получится. Пусть Бог благословит всех вас. Аллилуйя. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Свобода через кровь Христа.